С помощью поддельных документов они незаконно оформили право собственности на земельный участок в селе Верхневеселое, причинив тем самым ущерб городу порядка 5 миллионов рублей. По версии следствия, подозреваемые действовали по предварительному сговору. Участок они разделили на 4 части. Три из них мужчина продал за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Участок площадью 800 квадратных метров в качестве вознаграждения остался в собственности его сообщницы. Афера раскрылась при проведении плановой проверки. Следователями УВД по городу Сочи было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Задержанные по подозрению в совершении указанного преступления в содеянном признались. В настоящее время данные граждане находятся на подписке о невыезде. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд.